пони. Теперь отнесем его на склад. Ящики закончились. Нужно купить новое. Для этого надо кликнуть по закладке «Инвентарь» внизу экрана. Затем по иконке ящика. Ферма начала работать. Теперь надо продать еще ящик помидоров, а дальше, Олег, уже смело можно продавать. Чудесно! Наконец-то я уеду в город. Вот, Олег, и подошло к концу наше приключение. Ферма работает в полную силу. Покупатели уже делают предложения.